Белый 4. А вот где я сейчас проезжаю, на какую-то станцию проехал, я не против. Олимпийская, скорее всего. Напутанный на Олимпийской, да. Она мне что, троллит, что ли? Скорость 46, она пищит, когда ограничение 70. Приезжаешь, уже следующая молодежная. А, там закрытая станция, потом молодежная, да? Да. Блять, сука, информатор умрет. Что, ППС будет на закрытых хватать или нет? Будет, наверное. Да не, Ромка говорил, что, по-моему, выпилили оттуда. Да. Я почти на 60 еду. Еще конечный резерв, не проехал под красный, блядь. Резерв под красный, звучит-то как это. А потом резерв в увольнении. Я в оборотник стою, мой состав. Сделаю не маршрут туда там. А то я не знаю, какой там путь где. И чтоб в тебя не влететь. Да, перетормозил, не то нажали. Здравствуйте. А вот это вот не надо делать. Если хотите, можете сесть ко мне, заехать со мной в оборотник. Ага. Все, маршрут готов, белый.
Белый 3. Вижу белый 3. 35. Чё? 35. Может он стрел. По маршруту стрел, по стрелке по маршруту. Чё-то я вроде Т2 не кидал, но он резко затормозил очень. Да, я, наверное, не докачусь. Ты на меня так подозрительно смотришь. Так, сейчас будет ОЧ, я так понимаю. А как мне говорили, под ОЧ вентиль не должен схватывать. Однако, если ты схватил... Если педаль нажмешь. Да я нажал, только меня уже раньше ОЧ вентиль схватил. Я не помню, при каких обстоятельствах там надо проезжать. Чего, Рупавить? Я не помню, мне кто-то говорил, сначала типа держишь рукоятку в Т1А и зажимаешь педаль. И проезжаешь под знак под 10 км в час. Вроде как. 10 даже. А чё контроллер ставим в Т2, а? Ну, здрасте, приехали. Экстренное нажал, применил. Backspace. Я всегда экстренное бэкспейсом применяю. Да и тем более раньше вроде так говорили, что и то нужно при смене кабины ставить. Нет, только пневмат. Контроллер вообще не трогает, там пневмат трогаешь. Ага. Ну что, ты будешь выезжать? Не, все. Это обидно, не удаляй состав. Я еще хочу зафоткать. Я просто туплю, потому что давно не был в метрострое и смотрю, все ли выключил. Сейчас я тоже зафоткаю его. Чего? Я тоже зафоткаю их. Да блин, вот. Фонарь выключи. Чё? Фонарь выключил там. Ну, выключил. Не знаю, чем он тебе помешал. Скажешь, когда зафоткаешь. Всё, сделал. Отойди туда. Так. Вот так. Я хотел ещё зумом взять. Ну тихо ты. Вот это зум. Это просто охуенный зум. Это откуда-то фраза какая-то, так понимаю. Да, из интернета видео. Охуенный зум. Откуда видео? Видео называется охуенный зум. Не, мне показалось, ты из НТВ сказал. Не-не-не, просто из интернета. А. Охуенный зум. А, что-то знакомое, вроде видел. Только не помню, что за видео, что там снимали. Блин, да просто челик тестил камеру. Вот так. А. Так, белый пластик. Так, Дедеева у тебя в третьем вагоне ВУ-3. В этом вагоне у тебя тоже ВУ-3. Нет. ВУ-3 не может быть повторно. Да? Да, потому что везде разные. Сейчас я... У меня единственное, только головные одинаковые, и все. Сейчас... Да блин. Я тебе включил свет. А, уже это Lightwood, скорее всего. Lightwood. Вот тебе свет. Да будет свет. Так, надо вернуть сигнализацию. Вот смотри. Пошли по вагонам. Я попробую по памяти. Ну тут понятно. Я... Чё это за лаги, алё? Ебись. Нифига меня телепортнуло. Я чуть станцию не проебал. Так, это ВУТ-1 у тебя здесь. Да, ВУТ-1, здесь ВУТ-2. Здесь Lightwood, если я не ошибаюсь. А, да, он самый. Здесь третий. Да, ВУТ-3. Здесь, я не забыл, как он называется. White Interior. Да, White Interior. И какой-то Серега вступает. Да, и вот один. А да. По лампам, ну и так понятно все.
Ну, по лампам ЛВ-1, ЛПВ-02, ЛПВ-02, ЛПВ-01, 02, 02. Ну да. Ну как тебе такая компоновка? А? Да. Прикольная компоновка. Я единственное, сейчас что... Сейчас я на своем еще ведре подъеду. На вопрос, куда ты подъедешь? Мы тут два пути заняли. На станции будешь стоять, куковать. Заеду, ёпта, блядь. А? Я говорю, заеду. Это, смотри, метроман, я вот до сих пор для себя не могу определиться, может, благодаря твоему мнению как-то приму решение, какой из этих раскрасок салона тебе больше нравится? Вот этот вот, забыл, как он называется, блядь. Ну, короче, не ко мне. Вот один больше нравится. Вот один? Нет, ну это понятно, он мне тоже больше нравится. Я говорю, из этих двух вот, какой тебе больше нравится? Lightwood, который, это который в ближе, ну, короче, эти вагоны по выезду. Я понял, Lightwood. Понятно. Кстати, там один ЛВЗ-шный головной вагон, там 10-199, он как раз Lightwood. Это где? Ну, вот на LDL ходит, там 10-199, у него, кстати, окраска вот как раз вот Lightwood будет. Ну, вот это такая схожая, такой 90-х годов. Ну там это, Витимеханик, наверное, ну, если встречал на. А, немки ставили еще этот самый цвет березы. Пластик. Угу.